Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите передачу «Покашеварим». Вот и давайте покашеварим. Сегодня мы с вами сделаем совершенно очаровательные рассыпчатые печенки с корицей. А для того, чтобы сделать такие печенки, нам потребуется муки примерно 260 грамм, 120 грамм сливочного масла, одно яйко, 100 грамм сахара, желательно какого-нибудь помельче, разрыхлитель теста и молотая корица. Итак, что же мы делаем дальше? А дальше мы взбиваем яйцо с сахаром в пышную пену. Добавляем размягченное сливочное масло и взбиваем дальше, пока не получится однородный кремчик. Просеиваем муку вместе с разрыхлителем в наш крем. Аккуратно перемешиваем, и у нас получается мягенькое тесто. Скатываем его в шарик, заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на полчаса, чтобы оно охладилось. Достаем через полчаса из холодильника и скатываем из теста шарики размером где-то с грецкий орех. Теперь делаем присыпку, для которой нам потребуется 2 столовые ложки корицы и 4 столовые ложки сахара. Все это дело высыпаем в отдельную тарелку и перемешиваем. Застелим противень бумагой для выпечки или выложим силиконовый коврик. Да, каждый шарик из теста надо обвалять в этой обсыпке и выложить на противень. Духовку разогреваем до 180 градусов. Надавите на шарик вилкой, чтобы немножко приплюснуть его. Сделайте это крест-накрест, чтобы получилась красивая сеточка. Когда вы сплюснете вилкой все печенки, поставьте их в духовку. Выпекаться печенье будет примерно 15 минут. Вот и все, дорогие друзья, печенки готовы. Я надеюсь, вам понравился рецепт. Если вам понравился рецепт, то ставьте пальцы вверх, комментируйте мои видео, вступайте в группу ВКонтакте, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. С вами была передача «Покашеварим», я ее ведущий Виталий. Всем пока, до новых встреч! Пум-пум-пум-пум.